Сложный рельеф – постоянная проблема каждого горного села, и Барановка не исключение. Оползневые участки здесь практически через каждые 100 метров. Тем не менее, сельчане следят за состоянием своих дорог. Так, например, предприимчивые жители переулка Овощной на территории одного из частных домов соорудили небольшой цех по изготовлению ливневок. Собственное производство оказалось качественнее и экономичнее. Пошли в магазинах, на базах посмотрели цены, испугались цен. Потому что реально мы не потянем это делать, покупать, скидываться делать. И мы решили сами сделать. Один товарищ сетку нам, тоже житель нашего переулка, безвозмездно дал. Формы сами сделали. Вот залили первую партию. У нас они по прочности даже получились потолще и покрепче, чем продаются они тоненькие. В любом случае, это для нашего села, это то, что мы сейчас сделаем, это пойдет не на 10, не на 20 лет, а 50 лет гарантийно это будет служить. На изготовление одной партии ливневых отсеков местным жителям потребовалось 4 дня и порядка 3,5 кубов бетона. Несколько десятков форм закроют чуть больше 40 метров траншеи. Ее также выкопали и расчистили местные жители. Перед тем, как бетонные наши конструкции лягут в эту канаву, здесь тут отсыпано щебнем, выровнено. И будет укладываться, швы будут промазываться, где большие швы бетоном заливаться, а где маленькие швы, там будет мастика. Отсутствие ливневок и приводит к необходимости частого ремонта асфальтового полотна, а дорога не муниципальная, является межквартальным проездом, поэтому в программу капитального ремонта не вошла. Помогают предприниматели, депутаты и местная администрация. В этот раз предоставили основной строительный материал, и такой пример на территории округа не единичный. 2 недели назад в селе Верхний Юрт, там порядка 300 квадратных метров было дороги с жителями также восстановлено с помощью бетона. Также бетон мы им помогли, нашли. А сами люди, которые проживают в переулке, собрались и этот бетон залили. Ну, практически вот по округу у нас много таких мест, где мы стараемся совместно с жителями, совместно с представителями ТОСа улучшать объекты благоустройства, улучшать подъезды, делать так, чтобы было всем комфортно. Создать благоприятные условия на дороге в переулке Овощной местные жители планируют как раз к сезону дождей. Большая часть дождевых желобов уже уложена. До сентября сельчанам предстоит сделать еще около 100 метров ливневых стоков. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.